Значит, состоялась сегодня встреча с председателем Первоуральской городской думы Козловым Николаем Евгеньевичем. Я, значит, принес ему официальное письмо от депутата в связи с тем, что тот сам не сможет присутствовать на заседании. Он поручил мне, значит, как помощнику, все рассказать ему о том, как проходило заседание. Значит, документы на удостоверение были сданы еще в начале недели, но по техническим причинам, значит, сегодня я видел свое заявление с подписью Николая Евгеньевича о том, что разрешает оформить. Документы были сданы еще в начале недели, но по техническим причинам аппарат Думы не оформил удостоверение. Но сегодня, буквально за 2 часа до заседания, Николай Евгеньевич в присутствии своих сотрудников сообщил, что разрешает мне присутствовать на заседании Первоуральской городской думы. Но, к сожалению, меня опять не пустили. Как можно верить вот после этого словам таких уважаемых людей?